Всем привет! Здравствуйте! С вами The Station, Маша, Тайлер. И мы сегодня сыграем в огурчика Рика, потому что обзор у нас уже был. Так что теперь с нас летсплей, с вас просмотры. Все как водится. Итак, сегодня будем сражаться русские против огурчика Рика. Русские против огурца. Маша будет играть за огурчика Рика. Да. Вот его миниатюра. Да, покрашенная. В сортире. Да. Да. А я буду играть за русских охранников, но у меня есть секретный козырь в виде ягуара, который, возможно, мне достанется чуть позже. Угу. Мешаем наши колоды. Да, мешаем наши колоды, и после этого берем 5 карточек. Это будут наши карточки 10, с помощью которых мы сможем делать какие-то особенные действия, с убийства, не знаю, атаку новые ходы. На огурца, на атаку подлое на огурца. Соленье. Да. Я взял 5 карт. Да. Вот они у меня. Вам я их покажу, Маша, конечно же, нет. Так, ну и я в свою очередь сделаю так же. Я не буду смотреть. Да, вот такие вот у меня карты. Вот, так что да, посмотрим. Фишка в чем? Фишка в том, что те же оперативники, они могут стрелять в огурчика Рика с помощью кубиков, которые мы сейчас будем бросать и определять, что мы будем с помощью них делать. Огурчик Рик же с помощью кубиков стрелять не умеет. Он умеет стрелять только с помощью каких-то особенных своих карточек. То есть он такой более уязвимый получается. У него специальное оружие, которое он сам придумал. Которое сам собирает, сам придумывает. Ему стрелять сложнее. У охранников всех пистолеты, значит, они стреляют по умолчанию, но они же охранники в конце концов. Да. Итак, цель игры. Маше огурчику пройти на крышу. Да. Мне не дать ей это сделать. Да. Коридоры у нас будут открываться по ходу игры, да, и какие-то комнаты там образовываются, потому что есть целая колода, угу, коридоров. Вот она у нас. Тоже мы перемешаем, из которой может огурчик добирать коридоры, да, и открывать дополнительные проходы. Mm-hmm. Но пока в данном случае у нас есть пост охраны А с двумя охранниками и пост охраны Б. Да. Вот эти вот серые коридоры, которые у нас, это значит, что они закрыты. То есть охранники по ним перемещаться не могут. Их может открыть только огурчик Рик, если придет в эту клетку. И такая фишка, огурчик Рик всегда начинает ход первым. Ну, начинай тогда. Да. Что мне еще остается? Да, да. У меня сейчас есть два варианта, как я могу подействовать. Либо я могу пойти... Ну, во-первых, мне нужно кинуть кубики, прежде чем что-то говорить. Так что я кидаю кубики. Так, получается... У тебя две карты можно взять. Движение и стрельба одна есть. Да, в принципе, меня это устраивает. Стрелять, можно перебросить, да, получается? Да, получается как? В этой игре также есть переброс, получается. Если огурчик и Рика никто не видит из противников, то я могу перебросить все 4 кубика. Либо меньше, если мне не понравились меньше кубиков. Соответственно, Талия может кинуть столько кубиков, сколько оперативников у него на поле, но не больше 4. Пока максимум. Да, здесь пока максимум. Линии видимости нет, потому что коридоры, да, закрыты. Они может закрыты. Между нами двери, может стены. Да. И пока, в общем-то, у Маши есть возможность перебрасывать любые кубики. Да, кубик с оружием я могу применять только если у меня есть какая-то специальная карточка для этого, но у меня такой сейчас... У меня есть, но я сейчас не вижу смысла их применять. Ну, поэтому... ты опять же не можешь никого увидеть. Да, я не могу случае, никого увидеть, поэтому лучше его перебросить. Нет, почему? Я, пожалуй, так оставлю. Я за вот этот вот кубик движения я похожу на эту клетку. Так что открываем сначала эту клетку. Она просто розовенькая, и это получаются стены. То есть единственный способ, ну, с помощью которого я сейчас могу выйти отсюда, это вот этот вот люк. То есть я могу только через него пройти, но у меня больше нету движений, поэтому я просто иду в эту клетку. И причем вот у нас у каждой клеточки есть еще своя стрелочка. Я обязана повернуть стрелочкой к, ну, той клетке, с которой я сейчас только что вышла. Поэтому я прошла в соседнюю комнатку. И оказалась в тупике. И оказалась в тупике, да. Но для огурчика Рика это, конечно, не проблема, потому что тут есть вентиляционные проходы, через которые он может также ходить. Но у меня кубиков движения больше не осталось, поэтому этот кубик с пистолетом у меня пока сгорает просто. А вот эти вот два кубика я просто возьму еще 2 карты, потому что количество карточек на руке, оно не ограничено. Бери. Вот, я беру. И ход переходит теперь тебе. Ход, да, переходит ко мне. Ну, я могу только постараться набрать, видимо, каких-то карт. Вот. Потому что у меня... Не то чтобы много вариантов, как ни странно. Ну, сначала кину кубики. Ага. То же самое на самом деле. Движение,
Прям как у меня. И да. Две карты я могу взять. Я не могу двигаться. Закрытые квадраты. Мы все-таки охранники. Охраняем. Находимся на посту. Есть стрельба, но стрелять не в кого, потому что пока еще соленье к нам не подобралось. Значит, я беру две карты и наслаждаюсь этим. Угу. Кстати, вот не выпал у нас Маша кубик действия, который активирует многие карты. Ну, да. Как бы ладно. Оставим пока так. Твой ход. Да. Вначале кину, мне в любом случае надо теперь через вентиляционные шахты как-то... Так, но тут у меня вообще никаких движений, поэтому я все переброшу, потому что мне сейчас надо куда-то двигаться будет. Угу. Двигаться, двигаться, двигаться. Пожалуйста. Не судьба, судя по всему, мне подвигаться, я могу что-то с этим сделать. У меня в основном сейчас на руках, это даже вот я не то я скажу, всякие ловушки, всякие выстрелы. Ну, знаете, наверное, я сделаю... Вот так вот, если это работает, конечно. Я потрачу один кубик, ну, допустим, вот, с пистолетом. У карточки есть значение, либо тут указан какой-то значок, который есть, на кубике выпадает, либо написано «любой». Я трачу любой кубик и получаю, получается, два джокера, две звездочки, то есть я могу интерпретировать их как захочу. Любые кубики? Да. Ага, то есть ты получаешь себе по факту два кубика движения. Да, я так и хочу сделать, поэтому у меня есть два кубика движения, поэтому я хочу через вентиляционную шахту переместиться. Для этого я трачу один кубик движения и выкладываю себе новое, грубо помещение. Говоря, помещение. Да, пожалуй, я вот сделаю, наверное, в эту сторону. Но главное, чтобы там была вентиляционная шахта. Ее там нету. Вот, но у меня, во-первых, осталось еще одно движение. Это, во-первых, а во-вторых, так, я даже не знаю, кстати, как его положить. Наверное, вот так вот. Вот. У меня есть карточка, которая называется паркур, которая требует одного кубика движения. Переместитесь на одну клетку через воздуховод, находящийся на вашем квадрате, даже если на квадрате нету воздуховода. Ну, то есть можно перепрыгнуть. Хорошо, на карточке написано, вызовите двух оперативников. Да, поэтому я перемещаюсь туда. А я вызываю туда двух охранников. Да, ты даже сначала вызываешь двух охранников, да, а потом уже двоих. Ну, потом я уже туда перемещаюсь. Либо нет. Ну, ты хочешь переместиться. Ну, я уже потратила, да, кубик движения, я уже переместилась, я что-то, конечно... Туда, где два оперативника. Да, и... Сейчас скажу. Как раз у меня остался один кубик с ключом. С действием. И у меня есть карточка «Яма с кольями». Выберите серый квадрат. Это у нас как раз-таки серый квадрат. И синий. Нет, серый это, наверное... Серый это, наверное, вот этот. Нет, тут есть голубой, красный и серый. Посмотрим. А, все правильно, да. Значит, это серый. Да, серый. У него тут вот на всякий случай есть приписочка для огурчиков, у которых не очень хорошо с цветовосприятием. Подписан цвет. Нанесите по одному урону двум врагам в этом квадрате. Вот да. Так вот. Хорошо. Ты, получается, сразу же двух оперативников сбриваешь со стола, потому что у них у всех по одному урона. Да, так и происходит. Подлое соленье. Да, хорошо. Хорошо. Но, запас да. оперативников еще большой. Да, да, да. Они закончиться не могут. Они, получается, уходят, но их можно обратно вернуть. Вот. На этом на самом деле все, потому что у меня все закончилось. Я очень много карточек в эту... Угу. Хорошо. Вызвала. Теперь мой ход. Давай. Что я тут накидал? Движение совершенно бесполезное, джокер и стрельба. Мне, по сути-то, ни то, ни другое, ни третье не нужно, ну, кроме джокера. Поэтому я перекину три кубика, благо у меня есть четыре охранника. Опять стрельба и взять карту. Ну, в принципе, что-нибудь я могу даже и сделать. Что-нибудь я даже могу и сделать. Так, сейчас посмотрим. Там серый квадрат. Ну, давай смотри, у меня на самом деле особо нету тут действий каких-то, потому что вроде как пока коридоры не открыты, мне идти некуда, ну, да. Но я могу применить карточку «Он всего лишь огурец». Он же всего лишь огурец, поэтому я потрачу любой кубик. Ага. В данном случае, да, хотя бы и стрельбу. Угу. И переброшу два оставшихся. Угу.
дополнительные есть возможности, меня еще перебросить. Ничего хорошего. Тут три. Ну, я третий не хочу, потому что какой смысл перебрасывать этот Джокер. Да. Не очень интересно получилось, да, соответственно. Ну и... В принципе, ты можешь взять карточку, например, за да, Джокера. Да, я, наверное, так и сделаю. За Джокера возьму звездочка. Это универсальное значение. Возьму еще одну карточку. Угу. Ох, такая мне досталась. Так, мне уже страшно. Ладно, погнали следующее. Так, движение и два пистолета. Устраивает ли это меня? Ну, честно говоря, вот эти два пистолета меня не устраивают, я их переброшу. Движение меня вполне устраивает. Джокер и пистолет. Ну, нормально. Так, я дальше попробую пойти по каким-то таинственным коридорам, потратя на это кубик движения. И там у нас снова вызовите двух оперативников. Так, да, сначала вызываются оперативники, после этого я, получается, иду в эту клетку. Ой-ой. Так, вот теперь мне надо что-то придумать, чтобы от них избавиться. Угу. Не очень. Ну ладно. Потрачу кубик. Тут также написано любой. Потрачу пистолет. Шурупострел. Нанесите один урон одному врагу в вашей же клетке. Огурец стреляет нас шурупчиками. Шурупами, да. Ну, значит, ты одного убиваешь, потому что у оперативников по одному урона. Да. О, нет, он опять повержен. Он идет по головам, фактически. Ну, трех оперативников завалил. Он жесткий, конечно, да. Так. Ну, на самом деле, мне даже не знаю, что делать после этого. Потому что я атаковать... У меня нет атакующих карточек сейчас. Или не хватает каких-то, поэтому я, наверное, за вот оставшийся Джокер, я не знаю. Я могу пойти дальше на самом деле, но вдруг там опять оперативники еще можешь будут. Можешь попробовать, да. Ну, давай рискнем, почему нет. Я иду в следующую клетку. Там у нас, получается, никого нету. Ну, такой импровизированный тупик. Тупик, да. И после этого я трачу последнюю, ну, трачу Джокера, чтобы взять карточку. Хорошо. Вот, кстати сказать, если карточки у меня в колоде закончатся, а я не дойду до крыши, я поиграю. Как тоже. Здесь, в зеленой колоде, так и здесь. Как, если ну. коридора закончится, а огурчик, мне кажется, на крыше, то огурец проиграет. Это мой смысл. На самом деле здесь не очень симметричный геймплей получается. Ну, хорошо, смотри. У меня есть возможность, во-первых, кинуть кубики на начало моего хода. Тут куча стрельбы, совершенно сумасшедшая. И это неплохо. Это, в общем-то, неплохо. Единственное, что мне оно пока никак не поможет, как ни странно, поэтому я ее перебрасываю, честно. Вот реально не помогает вообще никак. Ну, хотя бы один джекерок мне достался еще. Оперативники у нас стреляют, получается, все-таки за кубик, да? Базовый. Ну да, вот у них вот здесь вот. А, вот здесь написано. Да, за базовый кубик. Ну, хорошо. Значит, смысл в чем? Что нельзя одним оперативником выстрелить больше одного раза. И походить. Этот парень видит огурца, поэтому стреляет сразу в него. Да, наносишь мне... одну рану. Да, я всего вот 10. На карточке отмеряю. Неприятно. Неприятно. Так, вот так. Да, и теперь я, к тому же он меня еще видит, поэтому я не смогу перебросить 4 кубика, я смогу только перебрасывать 3. Да. Это был один выстрел. Больше там стрелять некому, к сожалению. У меня есть еще пара-тройка тузов в рукаве, но не сильно. Так. Ну, в принципе, я могу потратить вот эту штуку, чтобы взять карточку. И, видимо, что и все. На данном этапе ловки мои не действуют. Теперь у тебя 3 кубика. Хорошо, да. Ну, ну вернее, точнее, 3 на переброс. У меня 4, да, и 3 на переброс получается. Так. Ну, такое, конечно, да. Так, наверное, движение я оставлю, а вот остальные 3 я переброшу. По-хорошему, тебе надо убегать оттуда. Да, да. Ну, вот видишь, у меня как раз... Так. Так. Ну да, я потрачу еще один на движение дальше. Просто коридорчик. Ага. Так. Уже лучше, да? Ну, я, конечно, вообще не туда убегаю, на самом деле. Бегу дальше. Ага, поворот. Неплохо.
Иду сюда. Ну, еще раз пробегусь. И вызовите двоих оперативников. Похоже, ты сама загоняешь себя в угол. Кстати, а почему ты не поставила сюда вентиляцию? Не знаю на самом деле. Я была так уверена, что там больше никого нету. Ну, привет, соленье. Так, подожди, у меня есть еще один ключ, который мне никак не поможет. Да? Никак не поможет? Нет, никак не поможет. Хорошо. Я окружил тебя, но сейчас мы будем брать соленье в оборот. Так, смотри, два выстрела, что полезно. Да. И два ключа, я их тоже переброшу. Ну, получил дополнительный бонус какой-то. Хорошо. Блин. В данном случае мы потратим два выстрела сразу, стреляя в тебя. Еще по одному урону нанесли. Угу. Дерзкий огурец. Вот, вот так вот оперативник это выглядит. Их стрельба в огурца Рика. У нас 34 вооруженных охранника, и мы не можем убить огурец. Можем. Можем. Нет. Так, и что? Он у меня еще осталось пара штук. Угу. Страшно. Смотри, у меня есть интересная очень уловка, видимо. Это возможность потратить джокер и ключ. Угу. Получается, я трачу два ключа и поворачиваю голубой квадрат на 90 градусов в любом направлении. Что очень удобно в данном случае. Вот этот квадрат я поверну вот так. Отрезав тебе таким образом путь к отступлению. Кстати, знаешь, что мы с тобой забыли? Мы забыли, что сейчас еще должен был появиться ягуар. Почему? Потому что, смотри, у нас появилось три красных клетки. И как только у нас три красных или три голубых появляется, на последней клетке появляется ягуар. Ну, тогда выпустим. Ягуара. Похоже, я загоняю огурца все глубже и глубже в туннель. Вот. Хорошо. Но так как мы об этом забыли, у него уже нету кубиков. Да. Да, потому что кубики на него тратятся. Из того же пула. Ну, в следующий раз у меня есть еще шансы. Да. У ягуара тоже 10 жизней. Так. Вот. Но он может больше стрелять. Оперативники стреляют по одному, ягуар стреляет по два. И двигается, кстати, тоже по два. Так. Так. У меня есть движение, что неплохо. Есть джокер. Есть одна стрельба. Эх, прям это печалька. На самом деле мне так нравится, что тут происходит, поэтому... Так. Ага. Ты можешь два кубика перебрасывать. Да, я помню про это. Я просто прикидываю, что я могу сделать. Я, наверное, переброшу. Надо что-то перебросить. Мне страшно, если честно, потому что по моей душе уже пришел ягуар, и мне немножечко от этого страшно. Надо бежать, мне кажется. Может быть, может быть. Сделаем тогда вот так вот, я два переброшу. Еще одно движение есть. Угу. Так. Что получается, у Маши два движения, джокер и стрельба. Да, 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 да. Не очень все на самом деле. Нет, конечно, у меня даже есть возможность зарубить всех охранников и пробежать пару клеток. Тогда лучше ей воспользоваться, я считаю, в данном случае. Да, соответственно, использую джокер вместе с пистолетом, потому что требуется два пистолета. Наплечный лазер, наносите 3 урона. А, стой, я не могу им воспользоваться. Знаешь почему? Потому что дальность 1-6. А тебе нужно отойти сначала. А мне нужно сначала отойти. Ну, у тебя есть движение. Поэтому, да, сначала мы делаем движение. И после этого... А ты не можешь отойти, там стена, тебе нужен новый квадрат выложить. Блин, сложно. Ну да, справедливо. Идем дальше, в надежде, что там нет... Ну, как минимум, ты сможешь вернуться в сортир. Да. Там нет, да. Так, никого. Отлично. Там никого нету, там есть решеточка. Ну теперь можешь выстрелить из лазера. Могу. И, наверное, и буду так делать, потому что выхода особо нету. Поэтому трачу эти два кубика. Носите 3 урона всем врагам. Ну, это просто сбривает двух охранников сразу же. В общем-то, у них шансов не было. И да. Привет, они сказали. Да, карточка ушла. Давай я покажу карточку. Да, 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 да. В общем, я пытаюсь с последним движением. Я очень надеюсь, что... Вот я хочу положить сюда клеточку в надежде, что там будет воздуховод. И я скроюсь от них нафиг. Там нету воздуховода.
как такового. И там появляются два оперативника. И туда попадают два оперативника. Да. Но они за стеной, поэтому ничего тебе не сделают. Да, но теперь по мою душу может прийти ягуар. Он может, только стена ему тоже мешает. Ему нужно паркуром воспользоваться. У него есть тоже спецспособности. Паркур. Но у меня есть сначала возможность кинуть кубики. Так. Да, оперативник у тебя предостаточно, чтобы перебрасывать кубы. Придется перебрасывать, потому что только, наверное, мне стрельбы не надо. Оставлю одну. Да, не получилось. У меня также три стрельбы и одна звездочка. Ну, можешь на движении пострелять, если ты сможешь. Могу, но не получится, потому что, чтобы перепрыгнуть стену, мне нужно два кубика движения. Мне нужно было три даже, чтобы прийти сюда. Но, с другой стороны, вариантов-то немного. Поэтому отправлюсь... Ну, пройду, на это сделаю движение, пройду сюда. И, в общем-то, и все. В данном случае мне больше делать ничего не остается. Да. А хотя нет, подожди. Нет, не те кубики кинул. Кинул бы получше, можно было бы еще что-нибудь придумать. Но в данном случае ничего. Хорошо. Твой так, ход. Меня никто не видит, поэтому все перебросы у меня, если что, работают. Так, вот перебрасываем. Ага. Так, ну... Я оставлю Джокера, переброшу все остальное. Так, Джокер, карточка и ненужная стрельба. Ну, по сути, Джокер это шестерка получается, да? Он один на каждом кубике. Так, я, пожалуй, возьму сначала карточку за кубик. Ага, хорошо. После этого я на Джокер иду вперед. Так. Ага. И там, ага, Ну, по сути, ты вернулась туда, с чего начала. Да. И там я уже не смогу. Ну, ладно, я все равно пойду. Вопрос только куда. Я могу просто вернуться обратно в сортир и не идти к этим. Пожалуй, я так и сделаю. Я возвращаюсь в сортир, с чего, собственно, я и начала. И да, я больше ничего не могу сделать. Огурец сделал полный круг. Да. Ну ладно. Пробежался, огурец. Переубивал кое-кого. Ладно, ладно. Теперь я. У нас вот так вот получается. Мув, карта и две стрельбы. Но я переброшу стрельбу. Стрелять мне не в кого. Еще на карты. Вот теперь-то... Карта неплохо. Раздолье, да, теперь раздолье. Значит, я возьму три карты сразу, чтобы руку пополнить. Раз, два, три. И... И теперь за движение могу даже немножко походить. Ну, давай за движение похожу вот этим оперативником. Прикрою. Прикрою тылы, что еще остается. Ладно. На твой самом ход. Деле, не то чтобы у меня, конечно, много тут вариантов, куда пойти. Поэтому... Посмотрим, что сейчас будет, на самом деле. Так, у меня одно движение, плюс одна карта. Я вот так вот оставлю, два переброшу, наверное. Там видно, перебрасываю. Да, очень полезно. Куча стрельбы. Куча стрельбы. Ну ладно, я пойду вот в соседнюю клетку тогда. Открывать будешь? Да. И снова коридор, который уводит меня от нужного местонахождения, местоназначения. Окей, ну я просто тогда возьму еще одну карту. И стрельба у меня пропадает на самом деле, потому что мне ее не на что потратить. Так. Вот так вот. Мы продолжаем охоту за соленьем. Да, да, куда обложили же, его. Куда же он спрятался? Неплохо. Так, получается два движения, две стрельбы. Интересно. Это уже интереснее. Но сейчас стрельба меня меньше заинтересует. Переброшу. Еще одно движение. Вот тут уже поинтересней. Значит, смотри, у ягуара есть способность, да, тратя два движения. Вот такая у него карточка. Потратив два движения,
да, я могу переместиться на соседний квадрат, игнорируя стены. То есть, по сути, он перепрыгивает стену таким вот образом и идет по следу. Идет по мою душу. Идет по твоему следу. Это одна его способность, соответственно. Вот. И на один еще я его просто перемещаю. Ужас. А, нет, нельзя, я не могу больше его переместить, потому что я уже два движения для него потратил. Вот, поэтому в данном случае просто хотя бы перепрыгнул стену и уже на финишной прямой, чтобы до тебя добраться. Так, у меня осталось еще движение и возможность что-то сделать. Серый квадрат, да, говорите? У тебя серый, у меня голубой. Да. Ну ладно, все. Пока, в общем-то, все. Ладно. Наверное, больше мы никуда не идем. Ждем твоих действий. Так, о, неплохо, слушайте, неплохо. Я так и оставлю, пожалуй. Почему нет? Меня у тебя получилось Джокер, два движения и стрельба. Да. Попробую выложить сюда за движение. Может быть, там окажется... Вентиляция. Но вдруг мне повезет. Да, мне повезло. Там действительно оказалась вентиляция. Я кладу вентиляция к вентиляции. Но тут тоже тупик. Шило на мыло. Вот. И пойду, наверное, вот в эту клетку. Вот сюда. Еще вот. Заодно движение выкладывай. Да. Почему нет, на самом деле? Все дальше и дальше уходит и уводит нас. Пока, огурчик. Огурчик бежит. Бежит огурчик. Нам скоро уже места не хватит. Да-да-да, нам придется сдвигать это дело. Ладно, хорошо. Так, еще два действия у тебя есть. Да. Я, пожалуй, сделаю такую штуку. Там уже бегут по мою душу. Я использую Джокер как карточку плюс одна карта. И восстановлю себе очки здоровья. Тут можно восстановить... 4 очка, но я восстановлю, получается, 3. То есть до максимума. До 10. Да, вот. И пистолет мне не нужен, я просто остаюсь на месте. Горчичник. Гулец восстанавливает 4 очка здоровья. С помощью горчичника. Ладно, продолжаем преследование. Ну, тут особо не распреследуешься. Переброшу 3 кубика. Ну, 2 движения у меня есть. Хорошо. 2 движения у меня есть. Так. Тут должна быть музыка из Бенни Хилла. Там все синие квадраты, да? Да, блин, на самом деле я такими темпами достаточно быстро могу проиграть, потому что осталось тут очень мало карточек для передвижения. Ну, смотри. Мне надо что-то решать с этим. В любом случае, я трачу, наверное... А, нет. Да, трачу Джокер. У меня он есть. Играю карточку патрульного. Вызываю патрульного в любой голубой квадрат. Сюда. И могу переместить его на еще одну клетку. Врываюсь за огурцом, в общем-то, вот в этот вот квадрат. И трачу кубик стрельбы, чтобы им пострелять. Наношу тебе один урон. Ага, хорошо. Так, у меня еще осталось кубик движения. Огурец так просто не убьешь. Я потрачу на ягуара. Он пройдет сюда. Братан, не падай. Вот. И все, твой ход. Кошмар. Просто ужас, что мне делать? Я только сейчас поняла, что у меня движений-то тут осталось очень мало. Ну, тебе не надо просто квадраты выкладывать, чтобы они закончились. Да. Тебе нужно возвращаться назад. Да. Убить охранника и возвращаться назад. Да, так, я могу 3 перебросить, потому что меня один охранник видит. Перебросила она тоже самое. Перебросила, да. Ну, классика, слушайте, классика. Ну, все просто. Использую один любой. И шуру по стрелам, его убиваю. Вот так вот. Уходи. Ты мне не нравишься. Завали. Хорошо. Уходи. Это тебе сюда. Охранника убираю. Уходи. Далее. Так. Ничего хорошего, конечно, нет. Тогда трачу на движение обратно, и пистолеты у меня сгорают. Ну, видимо, сейчас-то начнется, как говорится, самая интересная развязка. No. Так, что у меня здесь? 2
Два технических кубика, одно движение, одна стрельба. Но мне нужно двигаться ягуаром, поэтому я перекину все кубики. Да, не получилось особо сильно. Угу. Ну, подвигаюсь на один. Угу. За движение возьму карточку. Так. И отлично. И потрачу одну стрельбу, чтобы вызвать оперативника, только уже в красный квадрат. И могу переместить его на одну клетку. Сюда. Ух. Ух, ух. Неприятненько. Неприятненько. Максимальненько. Так. Ну, в целом, учитывая мое бедственное положение, сейчас только могу ли я стрелять? Не могу. Поэтому я переброшу все эти карты, пожалуй. Кубы. Не будешь брать карты-то за них? Ладно. Может быть, не выпадет что-нибудь более приятное, если честно? Да, пара джокеров. Так, весьма у меня смешанные эмоции по этому поводу, если честно. В итоге, что у тебя в пуле? Давай посмотрим. Два пистолета, бег и один гаечный ключ. Что самое смешное, у меня нет карты, чтобы его убить. Вот вообще. Значит, по идее, ты можешь только ворваться, подставив себя под пули. Да? Ну, тебе это не очень выгодно. Да, я, конечно, могу попробовать отойти вот в эту клетку, чтобы уйти из-под стрельбы, но я потрачу при этом еще одну локацию, и это мне не очень радует. Ну, а с другой стороны, выхода особо нет, я не хочу подставляться под пули, поэтому я пытаюсь уйти вот сюда вот. Угадайте, вызовите двух оперативников, пожалуйста. Я просто уже весь стол заставил оперативников, у меня на руках их больше нет. Да? То есть теперь их получается 2, 4, 6, 8, 10. 10 уже все, полная команда в сборе, плюс ягуар. У меня такая боль сейчас, потому что будь у меня хотя бы еще один гаечный ключ, им бы не поздоровалась, но нет. Еще и к ним иду. Соленье здесь. Что у меня? А, у меня три джокера и стрельба. Ты готов? Так, отлично. Oh no, I'm in danger. Так, что я могу... Невезучий огурчик. ...за все это добро сделать, на самом деле. Причем, мне нравится, в правилах игры написано, не волнуйтесь, карточек вызовите двух оперативников немного в игре. Квадратов, ну, по-моему, они все вышли. Тут сколько получилось? Раз, два, три, четыре, пять. При моей везучести я не удивлюсь, если следующий тоже таким окажется, поэтому... Ладно, мы после игры посмотрим вообще, сколько их всего. Да. Но сейчас, на самом деле, вариантов-то не очень у меня много. Угу. Я буду стрелять в тебя двумя. Я стреляю, соответственно, в огурчика этими оперативниками, снимаю два поинта здоровья. Да. У тебя осталось семь. Семь, да. Ну и эти два трачу на движение, чтобы ягуар подошел сюда. Я могу два раза его потратить движение. Осталось ему запаркуриться только туда, чтобы загнать тебя в угол. Окей. Огурцы так просто не сдаются, чтобы вы понимали. Да, это мы знаем. Так, у меня три стрельбы и бег. Ну, если у тебя есть карты, то этого, в принципе, хватит. Нет, я, пожалуй, переброшу. Два. В расчете, что вдруг мне... Надо было тогда, конечно, карты мне, наверное, брать, потому что у меня нет вообще никаких карт для стрельбы. Я надеюсь на... Еще две стрельбы. Которые мне, вот, знаете, вообще никаким боком не радуют. А, боже, идти, что ли, опять в следующую клетку? Еще дальше уходить от цели. Но это сильно тебя, на самом деле, не спасает. Тебе проще не тратить квадрат, а остаться здесь. Судя по всему. Принять свою смерть достойно. Ну да, это не очень, конечно, мне выгодно убегать. Ну ладно, я просто останусь на месте, потому что я не знаю, честно, что делать дальше. Сейчас посмотрим. Пора перезаряжаться. Может быть, так, у меня есть карта, джокер, инструменты, стрельба. Это не очень много, кстати, в моем случае. Надо перебросить парочку. Не получается. Хотя нет, получается в целом. Это я трачу на то, чтобы запаркуриться ягуаром. Угу. И... Один выстрел, как минимум. Сделать один выстрел, соответственно, с одним уроном. Ну, это не важно от кого. Допустим, я стреляю ягуаром. Давай. Пришел и тоже тебя расстреливает. Готов. Так, и на ключ
по сути, ничего сделать у меня не получится. Да, не получится. Входи. Кошмар. Я могу перебрасывать теперь только один кубик, потому что уже трое противников меня видят. Можно кинуть просто хорошо. Ну, кстати, вот это уже, честно говоря, получше, потому что... Ох, всем нам сейчас не поздоровится, потому что всегда у Рика припасен какой-то план. Да. Хитрый план. Карт еще много в колоде, кстати. Это правда. Есть, кстати, опция. Я могу сбрасывать карточки коридоров, которые у него имеются. Есть такие карты, приближает ему таким образом его проигрыш, да, проигрыш огурчика. Но они довольно дорого тоже стоят по очкам, и нужно кидать определенные значения. Ну и, в общем, он может и убежать. Итак, у меня есть, наконец-то, замечательная карточка, которую я давно хотела использовать. Ты перебрасывать ничего не будешь? Я уже перебросила. А, все. Вот, я трачу Джокер и гаечный ключ, чтобы у меня было 2 гаечных ключа. Выберите серый квадрат, нанесите по 3 урона всем врагам в этом квадрате. Ну, это даже с избытком, в общем-то, двух оперативников да, ты снимаешь. Да, да, да. Вот, они мне не нравятся, уходите, взрывающаяся пожалуйста. Взрывающаяся ловушка. Подлый огурец. Да, после этого я... Что мне делать? Я возьму карту. У меня очень... Лучше бы тебе взять и карту. Да-да-да. Да блин, ну очень полезно, спасибо большое. Так. Такое себе. А Егор может из свою клетку в чужую стрелять? Да, у него дальность 1.01, да, он может на одну клетку стрелять. Ну, это все пистолеты просто. Ага. Может стрелять в соседнюю или в свою? Не очень, конечно, пойти в соседнюю или пойти в твою. Не, ну смотри, у Ягуара никаких особенных обилок с точки зрения стрельбы нет, насколько я помню. То есть он всегда, ну, стреляет из обычных огнестрелов, он всегда будет наносить, по сути, 2 урона, не больше 2. Потому что нельзя вкачать стрельбу, соответственно, больше 2. Да. Но там всякие еще есть особенные карточки, которые тоже могут мне очень сильно подгодить. О, ноу. Я бы на твоем месте вышел бы, наверное, сюда. Я вот тоже об этом думаю, на самом деле. Можно остаться в одной клетке, может, придут карты, или как минимум ты сможешь отсюда переместиться уже назад. Я, честно говоря, об этом очень сильно думаю, потому что надо валить отсюда, короче, ребят. Валим. Вот пока что в клетку с Ягуаром валим. А-ха-ха-ха-ха, вот так вот. И у меня стрельба, еще стрельба, и один переброшу, гаечный ключ. Вот так, 2 джокера, 2 стрельбы. Боль. Отлично, да. Что-то у меня есть подозрение, что это добром не кончится. Не, ну на самом деле тут все просто. 2 стрельбы я вкачиваю в Ягуара, он стреляет 2 раза в огурца, снимает ему... 4 остается. 2 здоровья, с 6 до 4. И у меня осталось 2 джокера. Я могу что-нибудь придумать крутое. Что-нибудь гаденькое с картами, да. Да. У тебя много вариантов на самом деле, учитывая, что это 2 джокера. Это да, есть такое дело. Ну смотри, я за один вызываю одного оперативника в красный квадрат и двигаю его на одну клетку. То есть баррикадируюсь чтобы фактически. Чтобы я меньше еще перебрасывала. Вот. И у меня остался один джокер. Я его потрачу. А, наверное, ни на что не буду тратить. Пока. Бог с ним. Оставлю так. Окей. Ну, теперь твой ход. Что ты можешь мне противопоставить? Мощи Ягуара. Только сбежать попробуешь. Так. Наконец-то стрельба пришла. Да, стрельба, но проблема в том, что... У тебя нет карт? Нет карт. Перебрось. Я могу один только перебросить, и все. А почему? А потому что раз... Они тебя не видят. Они не видят. Они отлично. Тебя не видят. Ты можешь 3 кубика перебросить. Тогда я перебрасываю все, кроме карты, потому что карту я очень хочу взять. Ничего себе. Ну, у меня особая да рука. Да стрельбу не бережешь. Ну, она все равно пришла, да. Неплохо. Так, давай для начала я возьму одну карту, вдруг мне повезет. Возьми уж сразу 2. Не, подожди. О, отлично. Блин, нет, не отлично, нифига. Ладненько. Я буду очень стойким огурчиком. Я трачу
кубик с карты и восстанавливаю себе 4 здоровья. Ого, еще один горчичник. Еще один горчичник у меня прибыл. Блин, да его не убить, реально. Ну, слушай, смотря сколько горчичников у меня на руке будет. Ну, видишь, нельзя много урона в тебя, к сожалению, вносить. Угу. Ед правда, ед правда. Пока на этом все, потому что бега у меня нету, сбежать я не могу. Ладно, попробуем дальше. Это дуэль между Соленьем. Ну там как раз и был в серии момент, когда они в одной комнате оказались. Это вот он и есть как раз. Это он и есть, да. Мы отыгрываем. Так, у меня есть Джокер, движение и две карты я могу взять. Но мне движение, в общем-то, здесь вообще не нужно. Да. Абсолютно. Я его перебрасываю на гаечный ключ. Беру две карты. Угу. Так. Угу. Да, отлично. На ней, в общем-то, не сильно мне здесь помогли, не сильно полезные. Ну, в любом случае, я Джокера вкачиваю в стрельбу. Разочек в тебя стреляю. Давай. Минус один. Угу. И, видимо, что на этом все. Угу. Окей, хорошо. Твой ход. Погнали, пожалуйста. Движение, как минимум. Так. Ни одного движения, вот вы серьезно, да? Так, ладно, перебрасываю... Вот эти три, наверное. То есть ты оставила себе карту? Я оставила карту, да. В любом случае, хочу ее взять. А, ну, не так уж и плохо. Так, что ну... Доходи? Да-да-да. Джокер, две карты можно взять и гаечный ключ. И гаечный ключ, да. Ловко. Так, ну, погнали. С карты начнем. О, вот. Мне это уже больше нравится, наконец-то. Давай-ка я Джокер потрачу на то, чтобы использовать бритвометы и нанести тебе два урона. Два урона. Стреляет бритвами. Острыми лезвиями из ножа. Да. Так, у Ягуара стало 8 здоровья. О боже, я ранен. Вот, и после этого я беру еще одну карту. Так, и... Ага! Мне нравится. Я потрачу еще гаечный ключ. У меня выпала весьма удачная карта. Выберите красный или голубой квадрат, как раз голубой. Нанесите один урон одному врагу в этом квадрате. Затем возьмите одну карту. Полезно. Поэтому я, получается... Суперкубок. Довольно жестокая штука. Да. Поэтому так, еще один урон. Еще один урон. И после этого я беру еще одну карту. Вот. Но у меня закончились все карточки. Две карты и две стрельбы. Вот так вот. У меня есть очень неплохая, кстати, карта. Я перебрасывать не буду. Меня это более чем этот результат устраивает, потому что у меня есть вот такая карточка. Называется подкуп. Подкуп. Я попробую подкупить Соленье, сказать, что мы дадим тебе денег, Соленье. Играющий за огурчика Рика может взять 4 карты, а затем сбросить 3 из них. Да, то есть я уменьшаю таким образом твою колоду. Вот. И ты можешь отказаться, но тогда я получу Джокера. Ага. Отличная карта для коварной русской мафии. Ну что, по сути, а что ты на это тратишь? Я потратил вот. Ага. Один. Так, ну давай прикинем. У тебя максимум сейчас может быть 2 выстрела по мне, что сделает. Мне получается 2 дырки, у меня будет 5 хэпочек. И при этом ты возьмешь одну карту, скорее всего. Я отказываюсь. Ты отказываешься. То есть да. Мне попался Джокер. Да. Хорошо. Подлая Соленья. Я потрачу еще один кубик и еще один подкуп. То есть, чтобы у тебя... То есть, у тебя, получается, будет 3 Джокера. Да. Блин. Подожди, а ты на это тратишь Джокер? Я так понимаю. Нет, я трачу на это карточку. Взять карту. То есть он мне возвращает Джокер, понимаешь? Я трачу губ, но он мне возвращается, если ты отказываешься. Ты можешь взять просто 3 карты в дроу идут из 4. Ты берешь? Реально? Нет. Я считаю, сколько у меня карт. Ну, ты можешь посчитать, кстати. Это, насколько я помню, не запрещено правилами. В принципе, это можно делать. Особенно учитывая, что игра говорит о том, что вам нужно хорошо спланировать. Играя за огурца, я точно. Отказываюсь, потому что у меня очень мало карт. Хорошо, я вернул себе вот таким вот образом все кубики. Кошмар, вот в таком вот виде. Да. Может, конечно, я сейчас слишком жадный огурец
на своей жадности и повесится, собственно. Ну, посмотрим. Посмотрим, ладно. Хорошо. Так. Ну, смотри, две стрельбы я трачу, чтобы тебе на два скинуть здоровье до пяти. А два джокера я потрачу. Я не учла, что джокеры-то остаются. Да, джокеры у меня остаются, я их могу сейчас потратить, и я их потрачу на то, чтобы... Я почему-то думала, что они у тебя остаются кубики, и они превращаются в джокеров. Ты получаешь дополнительно из того куба, который ты потратил. Это же верно? Да, вы получаете, да, значит, не остаются, угу. И сейчас я использую карточку. Вот, с ним покончено. О, нет, что покончено. Это значит? Мы переговариваемся по рации, и я, ну, за каждый потраченный гаечный ключ, я превращаю Джокера в гаечный ключ, и я сбрасываю отсюда две карты. Два коридорчика еще. Ну, хотя бы там было вызвать двоих оперативников, это хорошо, что оно ушло. Уменьшил количество коридоров, стопки осталось три. Это ужасно. Вот, такой вот тактичный ход. Прошу. Кошмар. Прошу, огурец. Ходи. Надо хотя бы Егора как-то из строя вывести. Сколько у тебя там, блин. А, так. Ну три вот. Стрельбы. Это уже поинтереснее в твоем случае, скорее всего. Не уверена ты на самом деле. Я переброшу три. Ну, в принципе, я и могу только три сейчас перебросить. А, так. Очень заманчиво, спасибо большое. Так, ладно, давай, наверное, так, тут, я же могу... Да, ты можешь туда убежать. Как Волан-де-Морт. Так. Блин. Что? Загнал тебя в угол. Лучше бежать. Нет, в любом случае, не, я понимаю, просто я сначала... Блин. Ну, жалко, что у тебя не 5 или меньше, ну, да. Ну, блин. Да. Надо довести меня до 5. Сначала возьму карту. Бери. Так. Прикольно. На будущее мне пригодится. Возьму еще одну. Тоже на будущее пригодится. За движение ухожу от тебя, противный Ягуар. До свидания. О, нет, он залез в вентиляцию, и теперь мне его не достать. Сделал, да. Так, ну у него все равно два великолепных, прекрасных врага, которые по нему постреляют достаточно больно. Но он к ним придет. Или нет? Да придет, ему бежать не надо, все. В третий раз возвращается огурец в сортир, откуда он, в общем-то, кажется, и начинал. Там он и потонет, мне кажется, с такими темпами. Замочим его там. Отлично. Ну, на самом деле, не отлично, нифига, потому что движение только одно, стрельба одна, это можно перебрасывать. Да. Эх, ни движения, ни стрельбы мне не досталось, я перебросил на то же самое. Уже ягуар не сможет к тебе зайти, вот в чем вся фигня. И слава тебе, а движение Господи. Здесь не очень полезно. Ну, я могу взять карту, в общем-то, что я и сделаю. Ой, зачем-то я взял свои колоды. Зачем-то взял свои колоды. Угу. Забавно. Да, это было... Ты... Хорошо, что ты ушла, кстати, на самом деле, потому что тут нормально так. Насчет голубых квадратов? Нет, тут насчет воздуховодов, но прикольно. Ага. Ладно, у меня вариантов не особо много. Я трачу стрельбу, чтобы у тебя еще на один пострелять. Угу. Остается 4. Да, и, наверное, я сделаю вот так вот, одним отойду. Потому что я не хочу находиться в одном квадрате, ты устраиваешь там постоянно какой-то геноцид. Геноцид! 90 охранников. Но это очень часто просто происходит, на мой взгляд. Хорошо. Так. Вот, пожалуйста, Джокера, три стрельбы. Ну, две можно перебросить, да. Да. Ну, две действительно переброшу. Ага. Так, ну, в целом неплохо. Давай я возьму карту. Бери. Все равно надо их как-то брать все-таки. Так, далее, что у меня сейчас есть на руках? Так, сейчас сложно.
Really сложно. А почему бы нет? Нанесите по 2 урона двум врагам или меньше на дальности 0-1. Что ты за это тратишь? Трачу один пистолет. Ничего себе. Да, бритвометы. Ты можешь и сюда стрелять, и сюда получается. Получается, видимо, да. Ну, там написано врагам. Да, по врагам. Двум врагам или меньше, да. Все, все логично. Да. Этих так охранников что? Сбрило. Бритвометами. Сбрило. Ну смотри, у тебя начинает ситуация выправляться. Потихонечку. Мне вот главный вопрос, вот как сюда прийти. Так, что у нас тут еще есть? А тебе не нужно туда приходить. По идее, тебе нужно прийти сюда. И вот и сюда выйти. На финиш напрямую. Это правда, но вопрос, опять же, как? Потому что тут-то воздухоотводов нету. Так там можно перепрыгнуть, по-моему, нет? Если здесь воздуховод есть, ты можешь ты же так туда и прошла первый раз. Я с помощью специальной карточки это сделала, которая мне позволяла, даже если нет воздуховода, перепрыгнуть на эту клетку. Ну, у меня сейчас ее... Набрать. Да, у меня... Ну, кстати, нет, я могу добрать на самом деле карточку, потому что у меня есть как раз-таки Джокер. За него я добираю себе карточку. Отлично, все. И... Что у меня еще есть? На один пистолет у меня... пожалуй, не буду тратить. Хорошо. Так, ну что ж. Так что, шансы еще есть. Два движения, продвинем. Это отлично. Это хэпочек. Два пистолета, тоже отлично. Смотри, за два движения я ягуаром перепрыгиваю стенки. И два раза в тебя стреляю на 0-1. О, у меня осталось два здоровья. Это очень больно. Все примитивно, но действенно. Ходи. Даже карточки не нужны, чтобы убивать. Да. Ну, точнее, им-то не нужны, а мне-то нужны как раз-таки, чтобы убивать. Ну, убивай. Ты кинула три пистолета и взять карту. Я хочу перебросить два пистолета. Перебрасывай. Нет, я переброшу три пистолета. А, я уже взяла, пофиг. Так, о, отлично. Ну, давай, это практически решающие так, ходы. У да, тебя есть две это карты. Это очень важно. Джокер и стрельба. Да, 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 да. У Ягуара 7 здоровья, у тебя 2 здоровья. 7 здоровья. То есть, по сути, на самом деле, есть шанс уже завалить тебя в следующий ход. Так. Ха. Нет, это не прокатит. Что я делаю? Что? Я трачу 2 пистолета так. На то, чтобы нанести тебе 3 урона. Это наплечный лазер. Нанесите по 3 урона всем врагам на дальности 1-6 по прямой. Так. Ты стреляешь в ягуара. Да. Хорошо. У меня было 7, стало 4. После этого я применяю свою способность за 2 карточки на кубах. Уберите ягуара из игры, если у него 5 или меньше очков здоровья. У меня 4, поэтому ягуар сдается, да? Уходи. Черт. Вот, но у меня при этом 2 здоровья, то есть меня спокойно 2 оперативника могут уложить. Так, ну я наигрался, в общем, получается, ягуаром. Это специальная обилка да. Огурца, кстати говоря. Да. Действительно, да, если вы нанесли достаточно урона. Уходи, ягуар! То можно его прогнать. Жаль, жаль. Ладно, вот. Соленье. Ну, у меня все грустно со здоровьем, скажем так. И с карточками. И со всем остальным. Совсем у меня плохо. Так, 2 ключа, Джокер, стрельба. Да, ягуар, кстати, больше уже в игру не возвращается. Да, он приходит один раз. Я с ним договорилась. Так. Ну, тут, в принципе... Я не перебрасывал еще ничего, да? Пока. Mm-mm. Давай я переброшу 2 ключа. Давай. Получил еще один пистолет дополнительно. И за 2 пистолета вызываю подкрепление. Mm-hmm. Вызываю 3 оперативников на голубой квадрат. Ой, это сюда. И одним в тебя стреляю, потому что у меня еще остался Джокер. Кошмар. У меня осталось одно здоровье. Ну что? Это на грани. Огурец. Это на грани. Ну давай, твой ход. Огурец. Так. Что я могу сделать? У меня есть один бег, что хорошо. Я, наверное, переброшу
плюс одну карточку, это мне сейчас не сильно надо. Так, ну, неплохо. Что в итоге у тебя осталось? У меня получается два джокера, ключ и бег. Угу. Можешь валить. Да. Можешь, кстати, нормально пробежать. Да, да. Но тебе нужно обязательно убивать охранника. Да. Если ты сможешь туда переместиться, конечно. Нет, правда. Так. Какое... О, слушай, у меня все устраивает. Иду сюда. Так. Далее. За паркур. Паркур. Но. Иду сюда. Перемещаешься. Так. Так. Дальше. У меня есть ключ. И у меня есть джокер. За джокер я иду сюда. И последнее, что я делаю... Я делаю суперкубок за любой куб. Выберите серый квадрат, нанесите один урон одному врагу. И после этого возьмите одну карту. Тебе просто вперло. Тебе реально просто вперло, и все. Вот. Потому что у тебя все совпало. Реально. И паркур был, и серый квадрат ударить, и кубики были. Ну, там любой, хорошо. Я молюсь, да, и тебе получилось довольно далеко убежать. Я молюсь, чтобы у меня был горчичник, пожалуйста, хоть когда-нибудь, потому что у меня одно здоровье осталось. Я, конечно, пробежала удачно, но... Ладно, мой ход. Бег, стрельба, ключ. Сейчас я посмотрю, в зависимости от своих карт. Ага. Ну, в принципе... В принципе, ладно, сейчас попробуем что-нибудь придумать. Так, так, так. Я уже не успел этим воспользоваться. Ну, кстати, мне придумывать особо нечего, как выяснилось, практически. Я могу только за одну стрельбу призвать одного охранника в синюю клетку. У меня только один-то и есть. Mm-hmm. Так, и, в общем-то, переместить его сразу. Ну, он двигается, делает движение. Ну, он может пробежать и на самом деле выстрелить. Мне поможет... А, кстати, да, я могу еще за движение походить им. Сама себя. И, соответственно, за джокер выстрелить в огурца. И он умирает. Зачем я это сказала? Он бы не заметил. Я бы, если не сказала, Талия бы не заметила. Да, я бы думал, блин, что же мне нужно использовать. Но нет, на самом деле, я думал подольше еще один ходик оставить. Но, в принципе, раз ты заметила, то хорошо. Коварный охранник выбегает из-за угла. И такой... Пиу-пиу, мерзкий огурец, снимает, соленье. Снимает просто последний хитпоинт. Как твои впечатления, Маш, об игре? Слушай, на самом деле, поначалу мне показалось, что она достаточно скучная. Как-то мы разгонялись очень долго, но потом, не знаю, вот эта вот погоня безумная с Ягуаром, там, с остальными, меня прям захватило, и мне действительно очень понравилось. Надо сыграть хотя бы один раз, чтобы, в принципе, увлечься. И на самом деле есть ошибки, которые мы допускали и при планировании, и в процессе игры. Но это опять же нужно сыграть больше одного раза, потому что, скорее всего, Маша не стала бы там городить такие коридоры. Да-да-да, я попробовала бы выйти напрямую. Да, я что-то вообще вылетела из головы, что как бы эти штучки тоже у нас ограничены, и что если они закончатся, я проиграю. Ну, просто пошла не туда. Да, план знания просто, огурец не знает. Просто он такой по кругу начал бегать, крича «Я огурчик Рик! Я огурчик Рик!» Ну, вполне, кстати, результативно. То есть, может быть, пара моментов была, когда я думал, что вот уже вот буквально можно было на пару ходов раньше выиграть, но не получалось. Да, ну с Ягуаром мне понравилось, как получилось, конечно. То, что его можно действительно убрать с поля. И осталось какое-то количество карт, что у нас тут, кстати, оперативники. Кстати... Вот еще выходит два оперативника. Слушай, ну нормально тут, кстати. Ну, мне кажется, я бы все равно не смогла бы выиграть, потому что, видишь, у нас тут, получается, загражден проход. А там надо обходить по вентиляции. Было. Ну, видишь, у меня всего три, и не факт, чтобы там... Ну, тут получилось. Опять же, тут, поскольку очень много рандома, за огурчика играть, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, он бьет по площадям и может, в принципе, убивать там до трех врагов вообще без проблем. Да, у него хорошие ловушки. И у него также есть обилка, которая позволяет просто по прямой линии сразу всех выкашивать. Ну, кто серию смотрел, там этот лазер из батареи, конечно, он решает вопросы практически со всеми. Ну, в целом, еще раз надо будет сыграть. Игра имеет свою реиграбельность. Во-первых, вы можете поменяться местами с напарником, да, сыграть
он за русских, вы за огурчика, и посмотреть вообще, как у всех будут разные тактики, плюс довольно много интересных механик. Да. Ну и рандома. Из-за кубиков, кубики все-таки генератор рандома в эту игру добавляют, и играть игра становится чуть более непредсказуемой, как обычный филлер, когда вы просто карточками меряетесь и все. Ну, здесь, не знаю, вполне себе бодро, динамично, сколько мы там потратили, с учетом того, что мы играли первый раз. Там, время, чуть меньше часа. Часа, да. Так можно будет играть в разы быстрее, но там где-то полчаса на партию хватает, я думаю. Ну да, плюс есть режим одиночной игры. Это уж если уж вам совсем хочется одному погрузиться, включить серию. Да-да-да, и параллельно убивать противника. И играть в игру. Ну, это как пасьянс такой с киданием кубиков. В общем, спасибо вам, что посмотрели. Летсплей мы сделали. На ближайшее время с играми по Рику и Морти мы закончили, я надеюсь. Хотя, знаешь, я тут видела Монополию по Рику и Морти. Монополия по Рику. Там даже есть металлические фигурочки. Ну, мне тут фигурочек хватило. Спасибо, что даже Денис их покрасил нам специально. И был приятнее играть. Все, вам спасибо за просмотр. Денису спасибо за покрас миниатюр. И мы увидимся с вами и с Машей уже в других роликах, посвященных настольным играм в первую очередь. Все, до свидания. Всем пока.